Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дейчима. Дейч, что у тебя на голове? Вселенная. А, понятно. Ты, короче, весь сервер. Мы сегодня зашли с Дейчимом на сервер Bloody Skype открывать коробочки, посражаться, у кого будет лучший дроп, и заодно рассказать вам, что их можно взять в донат-магазине. Просто посмотри, какая клевая коробочка, она же классная. Такой милый. Это тигр. Нет, это лиса или... Знаешь, это такой разговор двух отбитых. Какой красивый тигр. Нет, это не тигр. А кто это? Актеры 2019. Панда. Панда. Я или хочу панда, или открыть лиса. Эту панду. Давай, открываю. На счет три. Тебе выпало говно, вот честно. Сейчас мне выпадет получше. Оп. Ну, на самом деле, не знаю. Напишите в комментариях, что лучше, кровь, которую можно сдать в блудмагику, или четыре крови. Четыре? Поскольку? Ну, сколько там на банке написано? 2000 ЛП крови. Ну, это сколько? Это 10 ударов, да, вроде бы по себе? На 4 баночки, ну... Так себе. А у меня 10 изумрудных блоков. На самом деле, из этой коробки посмотрим, что может выпасть. Может выпасть и сито, и крылья, и ультиматка, КВПшка. Я буду стараться вытащить крылья сегодня. Вот эти вот крылья, и я буду рад. Бесплатно. Халявный флай на весь сервер. Смотрите, по всему давай серверу. Давай еще по одной откроем. У меня осталось 11, потому что я в ГМке. Слушай, вот сейчас люди будут кричать: подкручено, подкручено. Ой, я выкинул коробку. Опа. Изи. Правда, победил и почувствовал за все раунды. Мне тоже так кажется, за все раунды Дэчима уже окупился. Его коробки. Слушай, вот эти две забери, я уже, я что-то их в ГМке открываю. Хоп, хил, холлэлэй. Так, открываем. Раз, два, три. Теперь мне выпали банки, а тебе? А тебе руда золотая. Ну тут ты, наверное, тоже выиграл, да? Слушай, тут место какое-то неудачливое. Пойдем отсюда. Сейчас я найду другое место. Так, тут тупик. Как выйти из этого здания? О, тупо наскрыл таких маленьких дверей. Я большой человек, хочу... Так, сейчас я вот тут, на рынке. Давай на арбузах прям открывать. Ты где? Я лавочник. Ты лавочник? Ах, ты лавочник. Давай, ты в одной лавке, я в другой. Давай. У меня тыквы, у тебя яйца, держи. Там, кстати, яички кого выпали? Походу, они, может быть, с ошибкой, овца, да? Овца. Без ошибки? Хорошо. А то я вдруг думал, там, типа, знаешь, написано овца, а на самом деле выпали ничейные яйца. Ладно, давай. Ну, куда побежал? Печальный ничей-то. Я хочу скрытый клад. Скрытый клад. Что там скрытый клад? Алмазные блоки. Алмазные. А у меня стол какой-то магический выпал. У тебя дороже. Да? Это осматик стол, он для зачарования вещей нужен. Так. Классно. Смотреть на стол, откуда он выпадает. А крафт я его не могу посмотреть, потому что не изучен. А что как там? Мне выбраться? А вот такие вот у нас спавни-строители. Ну так, хоп, хоп, все. Да ладно, это уже... Пойдем на корабль? Я без флая. А я вот так вот могу, сдачу. Опа! Где я хукнул, притянул. Хук. Хук? Прыжмит, да. Опа. О, у меня большие коробки выпали. Но яблоки лучше. С яблок можно больше, мне кажется, крови сдать, да? Смотри, сколько яблок сейчас. 25 яблок, да, больше. Да, с яблок больше получится крови. То есть тебе, да, дольше получится, ты должен, типа, регениться будешь. А потом только сдавать. Давай еще по одной коробочке. Раз, два. Погнали. Ой, это что? О-о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 -
Да не ври, это я достал ее. Волшебная звезда в руке моей горит, я ее поставлю на спавне, чтоб с нее сосали. Ну, в смысле, забирали аспекты. Ну, ты понял. Именно так, чтоб с ней... Ну, там палку берешь магическую, такой, живы-живы-живы, и все. И у тебя пополнилось все. Так, давай, еще. Давай, тут хорошее место, мне везет. Мне везет, я играю. Раз, два, три.
стак яблока, тебе лудокритовые блоки. Ну, не знаю, я вот не строил никогда эти... Ты просто реактора не строил, смирись. Да. 16 что ли? Яблочко. А сколько нужно на реактор таких блоков? Ну, так, ну такой, на хороший. Какой? Ну, на хороший. Вот как так. Раз где-то 16 надо. А, ну, наверное, посчитали и выдали. Пойдем, не знаю, на гору вон туда, на самый верх. Сейчас я залечу. ГМ-1. Поехали. Ты что, тоже, что ли, с флаем уже? О, понятно. На турбоускорителе. Ну, не, какие-то тут фонари кто-то расставлял. Красавчик. Это я расставлял. О, тут уголь можно добывать. Смотри, угольные блоки. Где мной? Все, ставлю тут шахту и добываю ресурсы. Так, раз, два, три. Опачки, смотри, как по заказу. Умеешь так? По заказу просто. Умеешь? А вдруг дроп, знаешь, подкручен? Если стоять на определенных блоках, то можно будет... Ага, он не заряжен. Пишут, что заряжен, но не заряжен. Оп, все, не заряжен он. Теперь тебе надо зарядиться. Так, стой, если по этой логике выпадают блоки, то нам нужно взять песок немножко, да? Выкину я эти изумрудные блоки в админку. Мы все равно этот дроп как бы не будем нигде у себя использовать. Так, на песке и на дасте, да? Нужно еще даста немного. Где даст? Я не вижу даст. Дэйч, пыль найди мне, пожалуйста. Пыль. Пыль первая вкладка в самом низу. Ага, нашел, все, нашел. И пыль, да? Вот сейчас мы вот так вот встанем. Вот так вот. Когда на память знаешь где. Так, давай, ГМ-0. И сразу две коробки я открываю, две коробки ты открываешь. У меня последние коробочки. Только ты открываешь на этих, а я открываю на вот. Нет, иди на пыль, будем тут открывать. Давай я поделюсь с тобой местом. Давай, ты там открываешь, я тут. Раз, два, три. Раз, два. Слушай, вот это честно, что столько много падает узлов аур. Ауры же это хорошие вещи. Хорошие. А давай сейчас посоревнуемся, сейчас. У кого аура получше выпадет, давай. Хопа, я ее не вижу. А у меня нет очков, чтобы не видеть. Твоя задача найти очки, моя задача поставить... Так, я какой-нибудь ритуал проведу, попрыгать 5 раз, выкинуть 1 банку крови и поставить ауру. Опа! Сейчас мы узнаем, у кого лучше. Что ты? 17-30. У нас у обоих они со стартовыми аспектами. У меня аэро больше. Ты мне дашь мне шлем или нет? Я хочу посмотреть. У меня лучше. Сейчас я достану бубен и буду им играть. Так. Хопа. 17-24, 17-39. У тебя больше по числам, а аспекты вроде бы, я не знаю, какие лучше. Ага. Аспекты это оба базовые аспекты. А. Ну, короче, пусть они тогда тут узлы стоят, кто сможет из них пососать, приходите. Какой парень? А, нет, это компрессит крипер. Крипер? Ты что тут заспавнился? Сейчас я тебе кия сделаю. Ай, ногу сломал. Ай, еще одну сломал. Кия! Ну, видишь, как легко я разобрался с ним. Всего лишь надо было попросить крипера уйти. Всего лишь надо было сказать кия! Да. На этом мы будем заканчивать видео. Кому понравились эти коробочки, кто хочет попробовать сам открыть, вы можете приобрести их в донат-магазине. Если вы хотите чаще видеть такие видео с открыванием коробок, пишите в комментариях об этом, ставьте лайки, приходите играть к нам на сервер. Да. В общем, на этом будем заканчивать. Всем. Сейчас мы играем на Bloody Sky, ребятки, заходите. Очень сервер. Сложный кровавый сервер, где вам придется выживать на островах и постоянно колоть себя и мечом. Постоянно все делать через кровь. Просто все. Хочешь дерево, кровь. Хочешь ниток, кровь. Хочешь, не знаю, хочешь лавы, поесть. Кровь. Хочешь кровь. Воды, кровь. Да, умер, все, дебаф на 5 минут, не можешь сдавать кровь. Но когда сдал кровь, ничего не дают. Ну, вот так вот. Все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Сяду на свой закон. Трон. Давай, на этом мы закончим. Почему эта шапка добавляет тебе румяна? Потому что я красивый. А ну сними шапку. Она добавляет 2 пикселя, у тебя щеки становятся такие накрашенные. О, так вот ты красавчик, мужик. А вот в этой шапке ты как в кокошнике каком-то. Все. Всем пока-пока. Всем пока-пока.